Добрый вечер, с наступающим Новым годом. А мне сказали, что здесь в колонном зале сегодня бал телеканала «Культура». Да, нам тоже сказали. Нам даже сказали, что мы здесь присутствуем в качестве хозяев. Нас назначили. Поздравляю. Собственно, так и должно быть. Вы знаете, в доброе старое время все так и происходило. Его Величество Петр I сам назначал, где надлежит быть балу. И кто будет хозяином. Да, хорошо, но нам не объяснили, что мы должны делать. Ну, сценарий-то есть? Сценарий у меня есть. По сценарию выходит Белза и объясняет всем, что нам делать. Понятно. Потому что Белза всегда все знает. Правда? Трудно что-нибудь возразить, конечно. А, кстати, вы помните, как определяется слово «бал» в словаре Даля? Вечернее собрание обоего пола для пляски. Поэтому нам как минимум необходим оркестр. Легко. У нас сегодня академический большой симфонический оркестр имени Чайковского. Главный дирижер и художественный руководитель Владимир Федосеев. Замечательно. Но теперь нужна публика, нарядные и в хорошем настроении люди. Ну, это еще проще. Oh.
теперь, кажется, все условия созданы для веселья. Пойдемте на бал. Пойдемте. Друзья мои, я очень рад, что вы пришли на маскарад. И прошу вас всех, чтобы там есть свет, эта ночь дана для тех. Скучать, поверьте, здесь лишь одно веселье быть дано. Все заботы прочь, нам должна помочь позабыть дела эта ночь. Сладость обыденья, светлых мечтаний, исполнение ваших желаний. В этом чистом, в этом игристом, в этом лучистом сумерке пью за свершение ваших желаний, за исполнение ваших мечтаний. Верьте, верьте мне, друзья, пью за чистый и нежный, пью за первый под снежный, пью за юные ваши года. Да-да, 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 пью за ваши ошибки, пью за ваши мысли, за весну до всегда, до без конца, до всегда. Эту чашу пью за дружбу нашу, за огонь в отзорах, за сердечный порох. Эту чашу пью за дружбу нашу, за веселье до утра. Дорогие телезрители, я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Говорят, что сегодняшняя ночь какая-то особенная и волшебная. И что сегодня нужно обязательно загадывать какое-нибудь свое самое сокровенное желание. Я хочу пожелать, чтобы в эту волшебную ночь ваши мечты и желания обязательно сбывались. Я желаю вам тепла, здоровья, любви и счастья в ваших домах. С наступающим Новым годом!
знаете, маэстро, когда я слушаю и наблюдаю, как играет Денис, то я вспоминаю, что наступающий год – год тигра. Желтого тигра. Желтого тигра. Мне кажется, эта ассоциация вполне уместна, потому что в хватке Дениса действительно есть что-то тигриное. И, перефразируя блоковских скифов, можно сказать, виновны ли мы, коль хрустнет ваш рояль в тяжелых, нежных наших лапах. Маэстро, скажите, пожалуйста, как себя нужно вести распорядителю бала? Существуют какие-нибудь специальные правила? Как себя держать? Ну, распорядитель должен распоряжаться. Так. Просто будьте самим собой. Стараюсь. Ну, а основное правило – это пребывать в роскошном, веселом расположении духа, ибо остроумие, легкое изящество мысли, изящная доброжелательность, опять же, это все располагает к вам людей, помогает завоевывать женские сердца. Ну и импровизируйте, импровизируйте, конечно, в джазовом стиле уж. Понял. Не вам мне рассказывать. Вот видите, скажем, эту цыганку? Похожа на Домашенко. Именно, у вас зоркий глаз. Попробуйте ее уговорить, ну, скажем, спеть. Спеть легко. Уверен, у него и это получится. Позвольте я вам погадаю. Вы мне? Да. А мне всегда казалось, что гадают цыганки, а не цыганкам. Сегодня так сложились звезды. А вы гадаете по звездам? Нет, я гадаю звездам. Вот видите, по брызгам шампанского. По брызгам шампанского? Да. И что же меня ожидает? Вы будете смеяться, но вы будете петь. Искренне рада возможности поздравить всех телезрителей этого замечательного канала «Культура» с Новым годом и пожелать счастья, огромных успехов, благополучия, всего самого-самого доброго в Новом году. Здравствуйте, Александра Николаевна, с Новым годом! Новым годом, дорогие. Так приятно в новогоднюю ночь видеть вас здесь, среди молодежи. Александра Николаевна, вы выполняете собственную заповедь замечательно. И не стареете сердцем, в чем мы убедились в этом году уходящем. Но и ваши мелодии не стареют. Они звучат всюду. Спасибо. И их поет молодежь от Москвы до берегов Ангары, где наш Денис родился. Так приятно, что вы с нами в эту ночь, Александра Николаевна. Я всегда мечтал пообщаться с вами как пианист с пианистом. Неужели? Это получится для у вас? Для меня это огромная честь. Я попробую. За роялями. Хорошо. Школа Гольденвейзера, школа Доренского. А мы будем восторженно слушать. Спасибо.
знаете, я родился в Иркутске. Сибирский город. Я знаю, что у вас есть песня про это. Когда там девчонки все танцевали на балу. Девчонки на балу, да. Пожалуйста. Еще один большой поклонник мелодии Александры Николаевны Пахмутовой. Молодой виртуоз Дмитрий Илларионов со своей подругой шестиструнной. Thank you.
Леонид Утесов был убежден, что каждый человек мечтал бы родиться в Одессе. Но не всем это удалось. Одесса – это гениально. Я вспоминаю не анекдот, а случай из своей гастрольной жизни, когда после концерта я расписывался в программках и услышал краем уха диалог двух пожилых одесситок между собой. Одна говорит: «Слушай, ты не знаешь, кто он по национальности?» Он говорит: «Не может быть, другая». Он говорит: «Я тебе говорю». Одесса – это фантастика. Я, пожалуй, единственный человек, который не был в Одессе. Однако, я думаю, одесскую тему прекрасно продолжит Роман Карцев. Девчонки, с Новым годом! Счастья, здоровья! Не-не, девчонки, я про раки уже не рассказываю. Другая цена. Уже нету по 3 рубля, все. По 3, по 5 уже не купишь. Что? Говорит, килограмм раков стоит 500 с чем-то. Говорит, я видел вчера больших по 528 рублей. Или там по 260, но маленький, но очень маленький. Ну, а что касается раков, был случай смешной. Ладно, расскажу. Я летел в Одессу, я снимался в кино. В кино снимался, «Улыбка Бога», скоро выйдет фильм, или чисто одесская история, он выйдет на экраны. Очень хорошая лирическая комедия, такая, с хорошим текстом, хорошим автором, хорошим режиссером и так далее. И вот я летел в Одессу на съемку и стою в Домодедово, стою, смотрю, там за 3 часа приезжаешь, пробки. И возле меня парень такой крутится, парень такой, кавказский парень, и все время он так заглядывает. Он туда, я сюда повернулся, он туда, я сюда повернулся. Потом все-таки подошел ко мне: «Хазанов!» Я говорю, не-не, парень, ты ошибся, нет. Опять ходит, смотрит, подходит. «Галкин!» Я говорю: «Парень, ну не знаешь, не утомляй. Ну, понимаешь, вижу такое лицо знакомое. Дай, пожалуйста, или автограф, или что-нибудь скажи». Я говорю: «Ничего я не буду тебе». «А, все! Новые русские бабки!» Я говорю: «Ну-ка, их же две, но я один. Ну-ка, ну, парень, все, ты не знаешь, все, отойди». Опять ходил: «Ну, скажи, пожалуйста, раздетая сердючка?» Я говорю: «Ладно, ну хорошо, ну знаешь, ну, доцент тупой вызывает к доске, ваша фамилия Горидзе, зовут вас как, а вас?» Он его спрашивает: «Тот, а доцент, кого? А вас? Знаешь?» «Все!» Я говорю: «Уйди навсегда! Уйди отсюда!» Чтобы...» И он мне по тексту говорит: «А кого он спрашивает?» Я говорю: «Грузина». Он мне по тексту говорит: «Какого грузина?» Я говорю: «Парень, уйди навсегда. Ну, не знаешь, что уйди. Ну, скажи, пожалуйста, я буду мучиться». Я говорю: «Ладно. Раки по 5 рублей, большие, маленькие по 3, но очень маленькие, но маленькие, но большие. Большие по 5 рублей. Знаешь?» В это время объявили посадку. Я говорю: «Все, я говорю, отойди». Я пошел, сел в самолет. Смотрю, он там ходит. Тоже в Одессу летит. Увидел меня, подошел. «Слушай, где ты видел раки по 5, по 3 рубля?» С Новым годом! С новым счастьем! И желаем вам, конечно, здоровья, успехов, счастья и непременно улыбки госпожи удачи, импровизации и романтизма. И, конечно, любви. Thank you.
понадобится умение говорить о приятных мелочах и даже пустячках. Такое всегда ценилось на балах, ибо человек, не имеющий, так сказать, разговорные мелочи, подобен богачу с банковским билетом в 1 000 000 фунтов в кармане, который, тем не менее, не в состоянии оплатить мелких расходов. Ну, а серьезные разговоры на балах ни к чему, они только наводят скуку. А скучно сегодня не будет, я вам обещаю. Как говаривали в старину, со всеми ее радостями, странностями, горестями, утратами, потерями, со всем, что в ней есть горького и сладкого. Это кто ж так говаривал? Я не помню, это было так давно, в старину. А вот когда слагались древнегреческие мифы, то там сказано, что у верховного божества Олимпа Зевса и его достойной супруги, богини памяти, забыл, как ее бишь звали? Мнемосины. Вот, так у них было 9 очаровательных дочерей, 9 муз. И одна из них заведовала танцами, звали ее Терпсихора. И именно ее ножкой больше всего и восторгался Пушкин. Вот наверняка она и придумала балы, потому что страстно любила танцевать. Танцевать до самого утра. Не хочется мне спать, не спится мне, не лягу я в кровать. Нет, нет, не хочется мне спать, слушать сердце, ты меня зовут. Я танцевать хочу, я танцевать хочу. Oh,
знаю я, что вдруг со мною стало. Тревоги все умчались прочь, когда он здесь со мной, и смерть идет весной, могу я петь, петь, петь всю. Я танцевать хочу, я танцевать хочу, тревоги все умчались прочь, когда он здесь со мной, и смерть идет весной, могу я петь, петь, петь всю близится. А нашего Германа, я имею в виду Николая Максимовича, все нет. А он нам обещал? Конечно, обещал. Какой же бал без Сискоридзе? Это все равно, что грузинское застолье без тамады. А вот и наш тамада. Коля, с Новым годом! Спасибо. Поздравляю тебя с днем рождения. Мы все об этом знаем, о твоем празднике. Вы что, станцуете нам, Николай Максимович? Для вас, Денис Леонидович, если вы сыграете. Что-нибудь из польской музыки? Ну, давайте. Знаете, я давно нашел между разными композиторами одинаковые практически гармонии, мелодии. Они пели друг у друга, да? 100%. Помнишь такой фильм «Ва-банк»? Кого же он украл? Шопен. Седьмой вальс? Вальс. Сейчас я приготовлю. Я буду ждать. Thank you.
Для меня большое удовольствие поздравить всех моих друзей в России. И хотя я родом из Техаса, однако Россия – моя вторая родина, и я надеюсь еще раз приехать сюда, чтобы выступить перед вами. Самого-самого. Счастливого Нового года. Добрый вечер. Марина, позвольте вам представить еще двух мушкетеров из музыкальной команды «Крещендо» Дениса Мацуева. Алексей Гринчук, Игорь Федоров. Очень приятно. Ребята, с Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. Должен вам сказать, что дружат они уж бог знает сколько лет. Я думаю, десятка-полтора как минимум, да? Лет 15 точно. Я помню, что каждый 31 декабря у тебя день рождения. А ты помнишь, что мне сегодня 31 приехал? Конечно. А настроение у вас в норме? У нас в норме настроение как раз полтора десятка лет. И всегда продолжается. И это здорово. С Новым годом, ребята. С Новым годом. С Новым годом. А что, у маэстро Башмета тоже сегодня день рождения? Нет, у него позже, 24 января. Уж мы-то знаем. Кого же они тогда поздравляют? Всех, кто родился в 2010-м. А у кого день рождения в 2010-м году? У меня. Да и у меня, признаться. И у меня тоже. Thank you.
Дорогие телезрители, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Проводим достойно прошлый год. Будем надеяться, что в каждый дом, в каждую семью придет счастье, радость и любовь. С Новым годом! Продолжит петербургский писатель с весьма музыкальной фамилией. Интересно. Фамилия эта наверняка очень нравится маэстро Башмету. Семен Альтов. И хотя «альт» в переводе с латыни, как известно, означает «высокий», голос у него отнюдь не высокий, скорее низкий. Не буду утверждать, что бас, но уж точно не «альт». Вы сейчас сможете судить сами. И вообще, это тот случай, когда лучше даже, может быть, не 100 раз увидеть, а 100 раз услышать. Ария петербургского гостя. Исполняет Семен Альтов. Нашел дома у себя чужой кошелек. Год не открывал, но мало ли кто из гостей объявится. Под Новый год не выдержал и открыл. Ни копейки. Ходят гости, одна шантропа.
Товарищ официант, помните, год назад мы с компанией у вас крупно гуляли? Шампанского в таз налили, а черный икры отмывали певицу. Ну, всех не упомнишь. Заказали щуку, фаршированную ассигнациями. Тут о Катоне с Киркоровым пел. Я вам еще $3000 сверху дал, сказал, сдачи не надо. Вспомнили, наконец? Не могли бы вы из тех 3000 вернуть $100? Век вашей щедрости не забуду. Коробочки для лекарств, таблетки за год поднакопились. От желудка, от давления, от печени, ну всякие. Какая чего, не вспомнишь. И тут ночью скрутило в дугу. Принял горсть. Какая-то от желудка, всяко окажется. Через 5 минут вы не представляете, какой кайф. Пел и плясал до утра в одиночестве. Что же я в горсти там принял, а? Мечтаю эту ночь повторить. Стокгольм. Жена русская, муж, наоборот, швед. Она до сих пор не знает шведского, он русского. Живут молча. Дочь во Франции манекенщицей, сын в Англии скрипачом. Год назад вернулись к родителям в Швецию. Дочь по-французски журчит, сын по-английски бормочет. Соседи поражаются. Тишина в доме. Никогда не ругается. Люди не могут найти общий язык. Съездили в Париж. Всего 3 дня, но программа обширная. В Лувр опоздали. Мулен Руж оказался закрыт на ремонт. В ресторане впервые отведали устриц с шампанским. Отравили все. Вечером думали, что попали на карнавал. Оказалось, это забастовка таксистов. Разгоняли их слезоточивым газом. В результате 2 наших не видят ни Парижа, ни нас. Перед отъездом успели к открытию велогонки Тур де Франс. Перебегали дорогу и угодили под колеса лидирующей группы. Вернулись на родину, но в гипсе. Наконец поняли смысл поговорки «увидеть Париж и умереть». Нам еще повезло. Представьте привычную ситуацию, вы летите в самолете. Уставший стюардесс идет по проходу, в руках кофейник. Как обычно спрашивают пассажиров, чай, кофе, кто-то говорит чай, кто-то говорит кофе. Она из одного и того же кофейника. Чай, кофе. У нашей знакомой собака, и как оказалось, все собаки делятся на те, которые любят купаться, и те собаки, которые купаться не любят. Вот у нашей знакомой собака купаться не любила, лето, жара. И чтобы собака освежилась, женщина по утрам выходила на берег реки, швыряла собаку в воду, та приплывала. Она ее туда швыряла, та приплывала. 5-6 раз вроде бы собака освежилась. В воскресенье пляж лежат, люди загорают. Женщина в очередной раз швыряет в воду свою несчастную собаку. Сзади стоит черный джип. Выходит молодой человек в черном костюме, в черных очках. Подходит сзади, хлопает ее по плечу и говорит... Герасим, так Муму никогда не утопишь. Камень привяжи. Булат Шалыч Акуджава, по-моему, гениально сформулировал суть романса. Он как-то написал, сочинилось как-то так, само собой, нечто среднее меж песней и судьбой. Это же действительно нечто среднее меж песней и судьбою. Абсолютно. Мелодизм наших романсов, он неповторим. И, по-моему, мы не можем на балу обойтись без романса. Абсолютно. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки.
когда бы мне теперь с вами душу бы развеять от тоски. Летней той, что вдаль без меня, да с той старинною, да с семиструнною, что по ночам так мучила меня. Ай-лай-лай-лай-ла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 . Да, выходит, пели мы за даром, а напрасну ночь за ночью жгли. Если мы покончили со старым, так и ночи эти отошли. Дорогой длинною, да ночью лунною, за светлиной, что вдали без меня, за той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Ай-лай-лай-лай. Родную новыми путями нам отныне ехать суждено. Ехали на тройке с бубенцами, а теперь проехали давно. Той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Дорогие телезрители, от всей души хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам душевной гармонии, счастья, здоровья вам и вашим близким. That's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Yeah. Sun lights up the daytime, moonlight on the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got a fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago.
not the same. When he put his hands around her, he said, Julie, baby, you my lady Gatsby. When we kiss it, fever with my feeling in you. Fever, I'm a fire. Fever, yes, I burn for soon. Mine. Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her dad tried to kill him, she said, Daddy, don't you dare to kiss me. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Oh, Daddy, won't you treat me right? Now you've listened to my story. Here's the point I have made. Chicks were grown to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever. When you kiss me, fever give you liver, Lord. Fever till you seize. What a lovely way. С новым счастьем. Как хорошо, что вы здесь с нами. Ой, и вас так же. Я всегда с вами и сам с собой. 31 декабря в Москве. Знаете, я вспоминаю встречу в «Новых именах» в фонде. Помните, было такое в фонде культуры? В 92 году была творческая встреча с вами. И молодые, самые маленькие таланты играли вам. Для нас это было такое потрясение, встреча с вами, с патриархом. И я никогда не забуду, я играл какую-то джазовую импровизацию и после этого попросил дать тему, на которую потом пытался что-то симпровизировать. И вы дали, чтобы... Помните, что вы дали? Мисти. Помните эту тему? Да. Нет, это другое. Это... Это другая. А. «Подмосковные вечера», аранжировка Юрия Башмета.
вторая часть, да? Быстро и рыбно. Дорогие друзья, наш оркестр поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает вам спокойствия вашим душам.
Марина, представьте себе такое счастливое совпадение. Перед вами три лауреата одного конкурса имени Чайковского. Из них два золотых медалиста. Потрясающе. Но их объединяет, сказать вам по правде, не только святая к музыке любовь, но и любовь к спорту. Но и Денис, и Борис – страстные болельщики и игроки в футбол. А Денис Шаповалов, он еще к тому же экстремал. И это не шутка, он играл на своей виолончели на Северном полюсе. Потрясающе. Маэстро, но вообще спорт и музыка, они очень тесно связаны. Конечно. Хотя родители все-таки предпочитают музыку, это я знаю по себе. Вы ведь, наверное, помните во многих фильмах мальчик со скрипочкой на балконе, грустно играет и смотрит, как мальчишки гоняют мяч. Не обязательно со скрипочкой, может быть, и с виолончелью. Может быть, и с виолончелью, но да. Времена меняются. Часто совмещается. Сейчас есть такой новый анекдот, что мальчик играет на скрипке, а папа в это время читает газету, где написано, что очередной многомиллионный контракт заключил футболист. И он говорит: сыночек, хватит заниматься ерундой, пойди погоняй, говорит, мяч на улице. Времена меняются, точно. Сейчас выяснилось после проведенных раскопок в Германии, что, оказывается, и Бетховен, и Бах, они страстно любили футбол. Как Паваротти и Садхилава. Совершенно верно. И мне досталась эта партитура, так сказать, дома она у меня лежит. И я вот хотел вам даже вот с Денисом, мы ее изучили, сейчас показать. Значит, Бах и Бетховен. Вот смотрите. Впервые? Да. Выяснилось, что Людвиг ван Бетховен тоже был заядлым болельщиком, не буду говорить, какой команды, чтобы не делать ей рекламу. Это немецкая команда. Я обнаружил в «Апассионате» некоторые элементы одной мелодии. Браво. Спасибо. Вы знаете, что виолончель – это вообще инструмент, наиболее приближенный к тембру человеческого голоса. И вообще женоподобный. Да, и вообще женоподобный, и имеет формы, размеры. Ну, это, конечно, дело вкуса, но мне очень подходит. Итальянская топ-модель. Топ-модель. И сейчас я вам попробую продемонстрировать, как виолончель умеет разговаривать человеческим голосом. Она сейчас вам прочитает слова к песне «В лесу родилась елочка». Я подглядываю за плеча Бори и немножко кое-чему научился. Да. Продемонстрируйте. Мы большие путешественники, объездили много стран и даже северные полюса. И, естественно, посещаем огромное количество вокзалов нашей необъятной страны. И так звучит новогоднее поздравление диспетчера на вокзале. Поезд на Красноярск опаздывает на 6 часов. Повторяю. И мы остаемся праздновать Новый год на вокзале. Ну, сейчас мы все вместе с нашим инструментом. Напоследок, перед тем, как мы перейдем к основной части нашей программы, поздравим вас всех с Новым годом. А теперь тоже с оркестром. Мы пойдем играть серьезную, несерьезную музыку.
Телевидение заменяет людям все. Это и образование, и отдых, и развлечения, и прогноз погоды, что самое главное. Прогноз погоды для меня это такое воспоминание из детства, потому что, как мне рассказывают мои родители, я этого сам не помню, когда мне было 3 года, я подошел к инструменту, и первое, что я сыграл одним пальцем, это мелодия прогноза погоды из телевизора. Запало в душу. Помните эту мелодию? Вот. А сейчас можно, мне кажется, определить, какое время года. По телевидению. Если это лето, то это танцы со звездами, а если зима, это танцы на льду. Ну, давайте мы запутаем наших зрителей. Вот сейчас на священном паркете колонного зала бывшего дворянского собрания вальс «Конькобежцы».
and let me see forevermore. You are all I long for, your sheep and the dog. In other words, please be true. In other words, please be true. In other words, I love you. Мне очень хочется пожелать вам, во-первых, хорошего настроения, во-вторых, чтобы как можно больше людей все-таки обращались к великой классической музыке, которая может принести душе то, что наша повседневная жизнь не может, а это успокоение, благородные высокие эмоции. И, конечно, всем вам здоровья, счастья и удачи. С Новым годом! Великий насмешник Бернард Шоу говорил, что в своей жизни он встречал только одного скрипача, который был похож на настоящего скрипача. И это был Альберт Эйнштейн. И однажды в компании Альберта Эйнштейна уговорили сыграть в дуэте с прославленным немецким композитором Хансом Эйслером. И Эйслер несколько раз уже начинал свое вступление на рояле. А Эйнштейн... Он все не вступал. Не вступал, не мог попасть в такт. И тогда... Эйслер брюзжал потом в кулуарах, так сказать. Как люди могут считать гением человека, который не умеет считать до трех? Знаете, среди физиков тоже есть лирики. Вот, к примеру, Александр Филипенко. У нас тоже физик, как и Эйнштейн. Но не такой, как Эйнштейн, потому что не умеет играть на скрипке. Ну, для многих людей, для многих поклонников, Александр Филипенко и для меня тоже является человеком оркестра. Ну, по крайней мере, это человек театр. И он лучше всех исполняет Зощенко. Дорогие друзья, я зря спорить не стану, кто важнее в театре. Актер, режиссер или, может, театральный плотник. Факты покажут. Факты всегда за себя говорят. А дело это было в Саратове, не в Симбирске, словом, где-то недалеко от Туркестана. В городском театре. Играли в этом театре оперу. И кроме выдающейся игры артистов, был, между прочим, в этом театре и монтёр Иван Кузьмич Мякишев. Человек неудрённый, хотя и с бородой. В 23-м году, когда весь театр снимали на карточку, этого монтёра пихнули куда-то сбоку. Технический персонал. А в центр на стул со спинкой посадили тенора. Иван Кузьмич ничего на это хамство не сказал, но затаил некоторую грубость. А тут как раз и подошло. Играет сегодня, к примеру, Руслан и Людмила. Музыка Глинки, дирижер маэстро Кацман. Без четверти восемь являются до нашего монтера две девицы. Отчаянно флиртуют. Тоник заранее пригласил, то они сами приперлись. Не знаю. Короче, просят посадить их в театр, посмотреть на спектакль. Ну да, в чем речь, мадам? Сейчас пару билетиков вам сварганю. Посидите здесь у будки. И сам к управляющему. А управляющий, нет. Сегодня не могу. Все, сегодня как выходной день, народу пропасть. Каждый стул на учете, не могу. Тогда монтер говорит, ах так? Тогда играйте без меня. Тогда я играть отказываюсь. Отказываюсь освещать ваше производство. Вот и посмотрим теперь, кто важнее. И кого в центр сажать, а кого сбоку. И бежит до своей будки, выключает по всему театру свет. Тут наблюдается полная обструкция. Управляющий бегает, публика орет. Кассир боится, как в темноте у него деньги не сперли. А бродяга, главный оперный тенор, привыкший завсегда сниматься в центре, является до дирекции и говорит своим тенорам: я в темноте тенором петь отказываюсь. Раз темно и ухожу. Мне голос дороже. Пусть сволочь монтёр поет. А монтёр говорит, пущай не поет. Наплевать ему в морду. Раз он, сволочь такая, в центре снимается, вот пусть он одной рукой поет, а другой свет зажигает. Дерьмо какое нашлось. Думаю, тенор ему свети все время.
тенаров нынче нету. Тут снова свар управляющий, где эти чертовы девицы? Сейчас я куда-нибудь посажу коровы их за водой. Монтер говорит, вот эти чертовы девицы, а свет я вам сейчас дам, мне государственной энергии принципиально не жалко. Дает 7 минут свет. Начинайте! Девиц, конечно, сажают на выдающиеся места. А вы, дорогие зрители, теперь решайте сами. Кто же важнее в этом сложном театральном механизме? У нас слишком обычная для Нового года ситуация. Пианист сидит у рояля, вокалисты на изготовку, готовы спеть что-нибудь. А вот говорил Марк Твен, что не сенсация, если собаку укусит человека, а сенсация, когда человек укусит собаку. И вот надо уметь выходить из привычных амплуа. Вот вы могли бы, скажем, помочь Денису испортить, то есть я хотел исполнить что-нибудь. Ну, одной свободной рукой. Испорть что-нибудь, пожалуйста. Я опять елочка. А вот помните, одна знаменитая кинозвезда на дне рождения одного президента пела кое-что. Певцов Мариинского театра будут ли довольны вами, потому что телезрители будут благодарны, потому что главное создать настроение в эту новогоднюю ночь. С Новым годом!
Уходящий год принес России еще один триумф. Лучшей певицей года была признана солистка Большого театра Екатерина Щербаченко. Титул престижнейшего конкурса в Кардиффе звучит так: «Певец мира». Вспомним, что ровно 20 лет назад в том же Кардиффе этот титул «Певец мира» завоевал блистательный Дмитрий Хворостовский. Теперь это Екатерина Щербаченко. Пожелаем же ей, чтобы она достигла такой же славы, как у Дмитрия Хворостовского. Summertime. Есть музыки имена, которые стали символом, эталоном на все времена. Ну, для певцов кто, например? Пожалуй, Каруза. А для скрипачей – Паганини. А есть молодой исполнитель, которого называют Каруза трубы, Паганини трубы. Это Сергей Накаряков.
Дорогие друзья, поздравляю от всей души с наступившим годом. Хотелось бы очень надеяться, что он будет счастливым и принесет каждому, кто смотрит эту передачу, хоть большую, хоть малую, но долю счастья. Мне бы хотелось, чтобы в каждую семью вошло бы классическое искусство шире, полнее, каждодневнее, потому что только великое искусство, музыка, литература поможет вам преодолевать все трудности, которые всегда ставит перед каждым из нас жизнь. Только великое искусство сможет ответить на множество вопросов, которые нас одолевают на протяжении всей жизни. Счастья, благополучия, здоровья каждой семье и каждому. Будьте благополучны. Какая песня без баяна? А какие танцы без аккордеона? Я вообще не понимаю, как в петровские времена на балах обходились без баяна. Да потому что играют в основном чужеземцы. Это точно. А сыграйте нам что-нибудь, может быть, танго? Из Пиццолы нам что-нибудь. Так может, мы с Денисом вам сыграем что-нибудь? Давай. Рояль и баян? Нет, Филат Юрьевич, вы знаете, если у каждого конферансье в кустах есть рояль... Без личных выпадов. Это правда, то у каждого уважающего себя пианиста под роялем есть аккордеон. Ага. Запасливый молодежь. Вперед! Thank you.
от всей души поздравляю с Новым годом телезрителей и вообще всех людей. Я считаю, что самый-самый-самый замечательный праздник в году – это Новый год. Самый яркий, красивый, нарядный. И весь мир встречает, и все ждут хорошего. Я так желаю всем самого хорошего. Добрый вечер, Ульяна. С Новым годом. Мы рады вас видеть у нас на балу. Спасибо. Хотите, я вам погадаю? Давайте. У меня есть с собой карты. Присаживайтесь, пожалуйста. Игра очень легкая. Называется «Три карты». Этой игре меня научили в детстве еще мои друзья. Она очень легкая, смотрите. Две черные карты, одна красненькая. Нужно отгадать красненькую карту. Два движения и легкое головокружение. Смотрите, красная карта у нас лежит посередине. Раз черненькая, два черненькая. Где у нас красненькая, Ульяна? Главное, долго не думать. Здесь надо показывать и все. Я боюсь страшного. Проиграть. Но... Еще одна из них точно будет красная. Нет, ничего страшного, сейчас получится. Она была в серединке. Смотрите, сейчас это очень легко. У нас вот, что у нас, две красненькие, одна черненькая или две черненькие, одна красненькая? Две черненькие, одна красненькая. Да, смотрите, раз черненькая, два черненькая, три черненькая. Где у нас красненькая, непонятно. Вот красненькая у нас здесь. И показываем последний раз этот фокус. Красненькая последний? Всегда выиграет. Последний? А если я не выиграю опять? Нет, вы выиграете 100%, я в этом уверен. Вот она, красненькая лежит у нас здесь. Вот я отодвигаю ее, кладу вот сюда совсем. Раз черненькая, два черненькая. Где у нас красненькая? Ну совсем уж так. Нет, давайте по-честному. Давайте по-честному. Вы давайте вот красненькую, а получается, что я должна выиграть совершенно... Ну хорошо, давайте тогда больше я вас не буду обманывать. Последний, третий раз. Последний раз. Третий. Красненькая у нас лежит здесь. Раз черненькая, два черненькая. Где у нас красненькая? Ну ладно, вот здесь. Давайте попробуем. Нет, у нас опять черненькая, но ничего страшного. У нас получится. Время у нас есть. Будем играть дальше. Смотрите, это все очень легко, это элементарно. Два движения и легкое головокружение. Две черненькие. Балет легче. Балет легче? Да. И на рояле тоже легче, правда? Да, правда. Да, ну вот смотрите, вот красненькая, она лежит вот здесь. Вот давайте по центру все. Это последний раз, вы должны ее подгадать. У нас нету времени. Это раз черненькая, это два черненькая. Смотрите, где у нас может быть красненькая? Она же у нас больше... Посмотрите, Ульяночка, смотрите, вот где у нас красненькая? Давайте. Сами поднимайте, пожалуйста. Барабанная дробь. Красненькая! Вы знаете, красная. Ну что может быть красное? Вы знаете, ну, я даже знаю, что это означает. Ну, рассказывайте. Танцует Ульяна Лопаткина. Thank you.
пьеса дала нам целое созвездие блистательных писателей, артистов, музыкантов, ну и певцов. От Леонида Утесова до Ларисы Долиной. It's your man calling with a stylish plan, going to the Blue Moon Bar and Grill. Come on, darling, don't say no. Tonight it's gonna go, go, go. Swinging at a Blue Moon Bar and Grill. Go on your high heels, I swing by in my wheels. Tell your mama not to well I know. Go with going dancing, could be some romance. I need the way we're gonna have some fun. I rope out the tunnel bike. Tonight we're gonna juke and jive. Swing another blue moon for my will. Come on, guys! Yeah! Looking at a blue moon for a will. That's right! Swing another blue moon for a will. Tell your mama not to run a no. All your shoes press off. This is bread and score. With this guy we gotta have some fun. Oh! Don't be stuck on kind of fight. Tonight we're gonna juke and jack. Don't worry, it's not a swoop and all the pain. Come on, darling, don't say no. Tonight we're gonna go, go, go. When it's on it, on the beach or on the road. Singing shit in little boy, Beto. On your high heels, won't be spying in my wheels. Tell your mama not to let us go. Go! Yeah! If you want this guy, I know. If you wanna catch the show, just be ever blown more boring will. Don't face your baby out. You can reach your stove with shout. But it's baby and the rich one on the road. Don't tell him but the rich one on the road. Come on, swing and let it blow more. Лариса, новогоднюю ночь публика, ваши поклонники ждут не только песен, но и, наверное, добрых слов, пожеланий. Конечно, друзья, поздравляю вас с наступившим годом тигра и желаю вам, чтобы он никогда для вас не был таким страшным хищником, каким является. Я хочу, чтобы вы не боялись его. И с Новым годом вас, друзья! Удивительное дело, что в партитуре балета «Щелкунчик» у Петра Ильича же ведь нету партии саксофона. Ну, хотя инструмент уже был изобретен в то время, но Петра Ильича понять можно. Он никак не смел предположить, что при своем напряженном гастрольном графике Игорь Бутман найдет время, чтобы принять участие в нашем бале. А он ведь нашел. Но если говорить серьезно, меня несказанно радует, что наш бал проходит под сенью дружных муз. Здесь масса неожиданных сочетаний, импровизаций. Одним словом, бал в стиле джаз. И вот сегодня впервые Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Игорь Бутман, «Вальс цветов», классика и джаз.
кажется, все закончилось. Немножко жалко и грустно, потому что такая удивительная атмосфера в этом потрясающем колонном зале. Вообще, слово «команда», она очень важна в наше время. Помимо наших выдающихся мэтров, которые участвовали в этом огоньке, таких как Владимир Иванович Федосеев, Александра Николаевна Пахмутова, Игорь Будман, Юрий Башмет, Лариса Долина, целая плеяда молодых, удивительных музыкантов, средний возраст которых едва перевалил за 30 лет. Нам есть чем гордиться. На самом деле у нас есть потрясающая команда, которая выполняет преемственность поколений. Очень жалко расставаться с этой съемкой. Новый год наступает. Он уже наступил. Я вам желаю всем счастья, здоровья, импровизации, которая царила в этом зале на протяжении всего огонька, романтизма. Я вас всех поздравляю с Новым годом. Ура! С Новым годом!